Здравствуйте еще раз, участники и гости Первого международного фестиваля щипковых инструментов «Звуки мира». Мы очень рады видеть вас в этом зале. Фестиваль будет интересен тем, кто изучает, любит и ценит культуру и искусство народов России и мира и может служить основой для взаимного уважения между людьми разных национальностей, укрепления международных связей и приобщения подрастающего поколения к международной дружбе. Сохранение народных традиций игры, выявление и раскрытие талантов будет популяризировать народные щипковые инструменты. Предоставляем слово нашему почетному гостю Михаилу Цезарю Крестецкому для того, чтобы он мог сказать свое приветственное слово участникам фестиваля. Accepted with a big joy to participate to your festival. It is a very big honor for me. The epoch in which we are living nowadays has a huge advantage because it sets easier, it gets easier to the contact between people sharing the same values and passions. Потому что музыка помогает нам понять друг друга и ценности в жизни. Since many years this way, I was following the activity of Татьяна Анатольевна. Уже много лет я участвую, я помогаю Татьяне Анатольевне. Which I admire for her talent and devotion. The idea to put together many plucked instruments. Идея состоит в том, чтобы соединить в одной аудитории разные инструменты. In a context larger than just music or folklore. Это больше, чем просто музыка. Or ethnography. Или этнография. It seems to be for me a very interesting idea. Это для меня кажется очень интересным событием. And now I will address to you all. И сейчас я хотел бы сказать всем вам. A big hello from Amadi Korda. Большой привет из Amadi Korda. Which is my orchestra in Paris. Которая расположена в Париже, and who is trying to develop the chamber music with instruments. Merci. Слово предоставляется Домогацкому Владиславу Викторовичу. Welcome, Домогацкий Владислав Викторович. Город Москва, Россия. City Moscow, Russia. Не надо переводить. С московского на английский. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот это у нас получается фестиваль первый. Вот я хочу первым делом сказать, чтобы были и другие дальше. Обязательно второй, третий, чтобы... Однажды наступило юбилейный 10-й, я думаю, что все с такими энтузиастами обязательно получится. Вот, и чтобы особо не затягивать вступление, хочу сказать конкурсантам, потому что у нас же конкурс все-таки, которые сейчас будут выходить на сцену, постарайтесь играть с удовольствием, постарайтесь не думать ни о каких пока ни премиях, ни призах, местах, играйте с удовольствием, потому что когда мы сидим в жюри, мы сразу, да, это чувствуем, понимаем, и нам гораздо интереснее, приятнее вас слушать. Вот, играйте для себя, играйте для своих мам, пап, которые будут в зале. Вот, и все получится. Спасибо. Спасибо. Приветственное слово предоставляется Сидорову Михаилу Альбековичу, город Екатеринбург, Россия. Буквально с языка Владислав снял у меня вот
тоже, что хотел сказать. Обычно сложно выступать последнему, говорить что-то, потому что тебя уже все сказали. Ну, во-первых, я, конечно, хочу поздравить Татьяну Анатольевну с началом, так сказать, длинного, долгого, трудного, сложного и интересного, и радостного все-таки пути, с открытием первого фестиваля «Звуки мира». Прежде всего, это праздник, это обмен опытом, это общение. Это всегда интересно. После этого, как-то и после конкурсов, в рамках которого, который в рамках фестиваля проходит здесь, это всегда толчок к чему-то новому, это всегда поиск, это всегда совершенствование. Поэтому, тоже присоединяясь к Владиславу, конечно же, не обращайте внимания на то, что в зале сидит какое-то там жюри. Играйте с удовольствием, мы вас с удовольствием послушаем. Играйте для себя, играйте для пап и мам. В общем, успехов всем и хорошего настроения. Итак, первый международный фестиваль щипковых инструментов «Звуки мира» открыт. В добрый путь!